Дорогие друзья, размышляя над темой своего выступления, я пришел к выводу, что этот очень непростой период консолидации нашего общества не имеет смысла говорить о основах конвенции о правах инвалидов, которая была принята сначала Организацией Объединенных Наций, потом была принята законодательством многих стран и Российской Федерации, и в 2012 году ратифицирована. И самое главное, после этого в результате 419 федерального закона прошла через 25 федеральных законов и множество подзаконных актов. И, конечно, заключенные в ней принципы равенства, недискриминации, независимой жизни инвалида естественным образом превратились в понятие безбарьерной среды, инклюзии человека с тем или иным ограничением. И это уже для нас является базовыми совершенно константами, которые в настоящее время мы с вами реализуем. И еще раз, возвращаясь к началу моего выступления, очень многие принципы, которые мы отлаживаем на этой фокусной социальной группе, принцип внимания к особенностям человека, принцип поиска лучших решений в работе с ним, они, конечно, в ближайшем будущем будут нами использованы для самого широкого круга наших читателей и пользователей. А вот подчеркнуть, что руководство является междисциплинарным, межотраслевым документом, который вобрало в себе усилия и многих международных каких-то решений, технологических подходов, и бесспорно огромная работа идет и продолжается в нашей стране. И подчеркнуть, что вот эта область не является строго предметной областью библиотечного дела, но она вбирает самые разные результаты, которые уже состоялись в других областях. Когда мы говорим о независимой оценке качества предоставления услуг, которые практически уже вошли в практику нашей работы и отчетности, а, как говорится, не дай бог, к нам приходят какие-то еще иные проверяющие организации и органы, и тоже размышляют вместе с нами об объеме сделанного и того, что могло быть сделано, то, конечно, нам необходимо очень точно, конкретно и уверенно понимать, из чего состоит доступная среда и насколько она связана с объектом инфраструктуры, насколько она связана с качеством предоставления услуги с учетом ограничения функций здоровья. Все это обеспечивает паспортизация объекта вместе с отраслевыми приказами, которые определяют порядки или модельные программы предоставления услуг в отношении инвалидов и маломобильных групп населения, становятся основой плана мероприятий по формированию доступности объекта и соответствующих услуг, или то, что мы сегодня называем дорожная карта. Строительные нормы и правила, касающиеся доступной среды, имеют соответствующие разделы, связанные с формированием безбарьерной среды и для детей-инвалидов, детей с ограниченной возможностью здоровья. И в этом смысле они могут быть полезны и для основной части посетителей библиотек, поскольку ребенок до 5 лет считается формально маломобильным, и многие решения будут однозначно полезны и ему тоже. Но не будем забывать, что с детьми
большинстве случаев приходят взрослые. Его родители, те люди, которые занимаются его воспитанием, как говорят представители законные его прав и интересов. И на работе в библиотеке могут быть и люди с ограниченной возможностью здоровья, и даже инвалиды в штате учреждения. По этой причине формирование доступной среды, оно касается всего возрастного диапазона, и, соответственно, многие решения, они должны иметь комплексный характер. Одна из главных задач руководства – помочь его читателю сделать правильный выбор между техническими, технологическими, организационными решениями, и в этом смысле повысить эффективность тех средств, которые в достаточном объеме в последнее время предлагаются для соответствующих преобразований в части доступной среды. Не секрет, что уже сложился рынок поставщиков достаточно высокотехнологичных, но и дорогостоящих решений, и их представители часто в позиции эксперта предлагают подобные решения, как, например, ступенеход с этажа на этаж, но это решение не всегда является оправданным, потому что можно достичь его с небольшими затратами, перенеся зону обслуживания на первый этаж. Однако это вовсе не означает, что современные ассистивные технологии не должны быть в максимальном диапазоне применены в современной библиотеке. Бесспорно, они радикально изменили возможности человека с физическими ограничениями и, прежде всего, с сенсорными ограничениями. Особенно это актуально для детей и молодежи. Значительная часть руководства посвящена характеристике технических и вспомогательных средств. И это вовсе не означает, что любая детская библиотека будет когда-то оснащена всем диапазоном таких устройств. Но специалисты, которые будут работать в этом профиле, они должны быть готовы, что ребенок может принести с собой одно из таких устройств и понять, где взять дополнительную информацию с тем, чтобы помогать, ассистировать ему, а где-то уйти от самой простой и, может быть, даже наивной ситуации. Ребенок пришел с прибором для письма шрифтом Брайля, и у него закончилась бумага. И специалист библиотеки должен, по крайней мере, знать, какой плотности бумага должна быть ему предложена, чтобы он не проколол ее и смог сохранить запись. В этих главах руководства вы найдете характеристику ассистивных технических средств, которые компенсируют нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение функции зрения, слуха, речи, сложно сочетанные ограничения. Сегодня действительно это огромное поле возможностей. Место в руководстве отведено доступности веб-ресурсов библиотек. По той причине, что очень много информации ребенок в современной информационной и технической среде может получать удаленно. Но для этого веб-ресурсы должны быть освобождены от некоторых ограничений для использования программ чтения экрана или рельефно-точных дисплеев. Хочу обратить ваше внимание, что крупношрифтовой формат в соответствии с текущим российским законодательством не является специальным.
И на каком-то этапе, работая с читателями, которые испытывают трудности в доступе к печатным текстам, нам пришлось его включить в состав так называемых многоформатных изданий или пособий, которые одновременно с этим форматом использовали еще рельефно-точечный формат, рельефную графику и аудиосоставляющую. Детская аудитория всегда хорошо воспринимает кино- и видеоматериалы. Для включения же детей с нарушением зрения или слуха сегодня существуют средства, которые достаточно эффективно интегрируют этих детей, наших читателей. Это субтитрирование или сурдоперевод на фоне сюжета киновидеоматериала. Для детей с нарушением слуха это тифлокомментирование, которое описывает сюжет и изобразительный ряд киновидеоматериала для ребенка с нарушениями зрения. В Российской Федерации уже сложился рынок издающих организаций, репертуар которых включает и различные документы для детской аудитории. Хочу обратить ваше внимание еще на одну составляющую. Это, наверное, не рынок, но наши ресурсы для обмена или заимствования идей. В российских библиотеках, которые работали с детьми с нарушениями зрения, за многие годы выпущено большое число либо рукотворных книг, либо изданий, которые имеют небольшие тиражи, но очень хорошо проработаны в дидактическом аспекте и включены в различные социокультурные мероприятия. Хочу продемонстрировать вам один пример такого издания. Когда-то перед нами встала задача, а это уже было очень давно, рассказать незрячему и слабовидящему ребенку о различных профессиях. И для этого мы разработали специальное решение. Вот видите, так фрезерованные вот эти картинки, а на них уже представлены некоторые элементы, характерные для профессии, как, например, палитра. И самое главное, впервые они сделаны так, что их можно и раскладывать на столе, но потом собрать как странички и связать, собственно, артефакт и его рельефно-графическое изображение. А самое любопытное, когда работает педагог, то он всегда акцентирует внимание ребенка на материал, который использован в производстве или при изготовлении того или иного элемента. Там кисточка, карандаш, тюбик, потом подрамник и сама картина в результате. И на последней страничке есть совместное изображение всех пройденных элементов уже как рельефно-графических. И ребенок, опираясь на вот палитру различных фактур, вспоминает вместе с педагогом или специалистом библиотеки о именно отдельных элементах, которые обязательно должны быть в руках художника. Такие же сюжеты есть у нас и про столяра, и про врача, и про портного. И все это объединено в 5 книг, которые живут в так называемом доме мастеров. А обязательным и очень существенным элементом этого домика является диск, который выдвигается из верхней части под крышей, где наши сибирские поэты написали замечательные стихи про каждую из профессий. Думаю, любой специалист детской библиотеки подтвердит, как много надо сделать, чтобы ребенку хотелось раз за разом возвращаться в стены библиотеки, чувствует себя раскованно и уютно. Ему требуется преодолеть часто не только физические, но и психологические барьеры. И поэтому в руководстве существенное место отведено вопросам этики и культуры взаимодействия с человеком, у которого есть инвалидность, которые в значительной степени полезны и для организации коммуникации с ребенком-инвалидом. Как и предполагал, мне не хватило времени рассказать о всех
разделах вышедшего руководства. А, наверное, не нужно, поскольку действительно каждый найдет в нем именно то, что ему сегодня необходимо. По существу, это демонстрация новой грани нашей профессиональной деятельности, которая позволяет нам достаточно легко формировать новую читательскую аудиторию и быть эффективной и полезной для нее, а совершенствовать, поскольку, безусловно, жизнь уходит вперед, мы можем это в рамках каких-либо образовательных или просветительских мероприятий, которые в настоящее время в нашей стране уже формируются и предлагаются. Спасибо.